правильно. Неправда, неправда. Потому что протекционист губит любую страну. Объясните мне. Подождите, а почему две трети в Европейском Союзе субсидии на сектор? Почему? Европейский Союз? Почему? Я скажу почему. Я скажу потому, почему, потому что это уже становится неконкурентоспособными продуктами из-за того, что финансировали там угольное производство некоторых... А куда они лезут? Простой вопрос. И так далее. Из-за этого экономика неправильно вообще. Грузия никогда не была хорошей экономикой. Промышленности не было. Социальный стандарт. Знаете как? Мы должны... Секунду. Вы спорьте, пожалуйста. В бюджете нет денег, и мы говорим, что давайте сейчас дайте дотации, не знаю, сельскому хозяйству. Дайте дотации заводам, чтобы строить. Я прошу прощения, не передергивайте. Будет гиперинфляция. Еще раз говорю. Что надо требовать? А куда можно, куда может быть еще более гипер? Куда может быть еще более гипер? Требовать другое. Не мешать бизнесу развиваться. Это совсем другое. Как не мешать? Коррупция. Как не мешать? Бюрократия. Не может быть Международный валютный фонд центром реформ в Украине. А я читаю интервью, читаю комментарии. Международный валютный фонд. Я согласен с вами. Первое. В этом я согласен. Реформы здесь должны делать. Первое. Во-вторых, правильно вы говорите. Бизнесу не надо мешать, но и помогать надо. Никогда бизнес не поднимется, если у него не будет кредитов, если у него будет денег, микрокредитов на малый как бизнес. Только государство дает заниженные кредиты, там появляется коррупция. Знаете, кому будут давать? Своим друзьям. Кто будет строить фабрики? Только друзья членов правительства, потому что они решают, кого финансировать, кого не финансировать. Еще один момент. Создадим конкурентную среду. Вот это самое главное. Есть такое понятие — промышленная политика. И она есть в Британии, и она есть в США, она есть в Германии. Она разная, это промышленная политика. Это тоже надо понимать. Есть крупные предприятия. И там можете тоже... сказать, что вы подразумеваете промышленная политика? Подождите, секунду. Я скажу, когда есть крупная промышленность, нету совершенного конкурентного рынка. Понимаете, в чем дело? Совершенный конкурентный рынок — это идеальная абстракция учебника и в малом бизнесе. А там, где есть промышленность, где-то надо дотацию дать, где-то надо субсидию дать, где-то надо льготный кредит. Я гражданин спрашиваю. Я скажу вам. К примеру, я гражданин Украины. Я спрашиваю, вы от меня берете налоги. Подождите. Почему вы решаете эти налоги давать другому, чтобы зарабатывать деньги? Это другой вопрос. Скажите мне, почему в Европе, в европейских странах есть самолетостроение, есть крупная машиностроение? Потому что там кредит 2%. Он льготный. А знаете, почему кредит? Нет. А знаете почему? Потому что там есть деньги. И государство дает 2% кредит. Кредит 2%. Почему? Потому что у них стабильная экономика. Потому что банки там есть. Стабильную экономику можно добиться, только если правильные реформы делать.